за нашу жизнь. Объявляется минута молчания. Блин, нитки накидали. Да. Тебя ты хочешь? Да. Добрый день, с праздником вас. Да, с праздником. Праздник, конечно. Мария Магдалина, мать Иакова и Соломия. Приготовили мази. И в субботу, не в неделю, остались по заповеди в покое. Пішли вони. Ми йдемо, Марія. Марія її звуть? Це Марія Магдаліна, яка пішла за Ісусом Христом. Ми вже слышали таке. Я розумію, тут бісноватих багато, розумієте? Випустили бісноватих на вулицю, я прив'язав їх, щоб вона бісновата не скушали її. Не треба було, а куди її сюди принесли. Скажи, куди її? Сюди. Дівчинка, куди її? Узком свету бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Узком свету бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша. С праздником вас! Собачка такая красивая. Тоже 9 мая. С 9 мая тебя. Страна огромная. Война, смертный бой. И с красивой темною, с проклятою ордой. Благородная скипает, как волна. Идет война народная, священная война. Благородная кипает, как волна. Идет война народная, священная война. Огромная, на смертный бой. Заживала пленку у людей. Говорит Москва. 8 мая 1945 года Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Она одна осталась, бабулька эта? Сестра заболела. А я думал, их не будет уже. Добрый день, с праздничным вас. Вот в этот праздничный день, что бы вы пожелали Владимиру Зеленскому, как президентству? Ну, наконец-то услышать нас и понять. Услышать? Да, услышать нас, да. И включил мозги. А вы считаете, что он не делает для народа никакого блага? Ну, может, делает, но мы его не видим. Да. Для одной части народа делает, но не для нас. Спасибо вам. Выбирала его 73% населения. Вы за него тоже голосовали? Нет. Он вас не обманул? Я после 2014 года персонально не хожу голосовать. Специально. Спасибо вам. Пожалуйста. Победы вам. Дети, 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 дети.
трудный путь пришел пройти. Это те, кто в штыки поднимался в академии, те, кто брал белые губы. В России семьи покой, где при памяти... Днем Победы! Днем Победы! Приняли смертный бой, стали просто землей. Бабушка важна, не? Бабушка, да, ты же. А вот в этот праздничный день, что бы вы пожелали Владимиру Зеленскому, если бы он перед вами стоял? Они не пропустили меня возле арсенала, я вокруг обходила Жукова. Не пропускаем, и лопатка. И не пропустили, я вокруг 85 год, а так обходила. А как они это обосновывают? Не понимает она. Спасибо, тебе с праздником. Встаю, вижу, как малый. Быть может, это место для меня. Не плачьте. Это важно. Это важно помнить. Спасибо. С праздником. Вас тоже. Добрый день. С праздником вас. Вот я заметил, у вас такая футболка, редко кто сейчас такую группу слушает. Вот в этот праздничный день, что бы вы пожелали Владимиру Зеленскому? Я думаю, меньше ему пытаться говорить красивым голосом, а что-то делать. А вы считаете, голос у него красивый? Ну, он пытается его делать такой, что он наш актер. Угу. Даже не в прошлом, а сейчас он остается. Ну, а вот актером. Если бы вы знали, что он станет таким президентом, уважали бы его как актера до этого? Вряд ли. Вряд ли, да? Да. С праздником вас, удачи. Вот в этот праздничный день, что бы пожелали Владимиру Зеленскому? Как президенту Украины. Провокационные вопросы. Не, ну чего? Вы же человек, он все-таки зависит. Ваша жизнь зависит от его и его от вашей. Просто наше мнение не интересно. Да, ему наше мнение не интересно. Не, ну есть же у вас какое-то мнение. Есть, конечно. Он просто, я считаю, служит олигархам. Олигархам, да? Да. Ну, а вы вот голосовали за него? Нет. Нет? Ну а те, кто голосовал за него, вы считаете, что он их обманул? Я считаю, что да. Да? Не идет по правильному пути, да? Не идет по... А как вы считаете, вот это Зеленцев, то можно назвать бандеровцем? Бандеровцем? Да. Нет. Нельзя. Почему он бандеровец? Нет, да? Вы это не назовете? Ярлыки. Это ярлыки, да. Ну, удачи вам, берегитесь, я с праздником вас. Супер. Я еще выпью.